Итак, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Я долго думал, какой же сделать клип, что же показать, интересное, необычное. И сейчас как раз хочу вам продемонстрировать, мои дорогие друзья, мебель, сделанную из дерева, эпоксидной смолы и в некоторых случаях с добавлением фотолюминесцентного порошка. То есть получается такой эффект свечения. То есть, когда раньше деревья, которые, получается, у нас еденные, гнилые, все это выкидывалось, никому не нужно было, и так сказать, то теперь, особенно сейчас, вот видите на экранах, с этого можно дерево сделать очень красивую мебель, оказывается. Делается она очень просто, в данном случае эпоксидная смола заполняет все эти трещинки, все эти поеденность там, допустим, то есть гниловатость, все это полностью заполняется обычной эпоксидной смолой, заливается это все, высыхает, потом это все шлифуется, в конце вскрывается лаком и получается вот такая вот красивая мебель, такой красивый декор необычный. То есть идея мне понравилась, поэтому я решил немножко такой клип сделать по этой теме. То есть вы здесь как раз видите, что разнообразные дерево, да, которое раньше мы просто это все выкидывали. Это даже на речке можно пойти найти вот такие красивые деревья, да, еденные такие. Чем получается оно больше повреждено, так скажем. Ну, чем оно больше повреждено природой, то есть, тем получается красивее элементы декора. То есть, это может быть столы, стулья, это может быть какая-то кухонная мебель, может просто элементы какие-то, да. То есть, в общем, вариантов очень много для производства данной мебели. Делается это тоже очень все просто. Вот где вы сейчас видели голубоватый такой оттенок, такой красивый, то есть это уже фотолюминесцентный порошок туда добавлен. Так что все очень красиво получается. Так что подойдет любое дерево, сосна, кедр, особенно где короед поел очень хорошо. Так что теперь, в принципе, вы можете после этого клипа не выкидывать такой лес. Даже можете создать какое-то производство свое по такой необычной мебели. Конечно, кто что-то подобное делал, пишите в комментариях, расскажите нам, то есть, и всем остальным. Давайте делиться опытом, то есть, насколько это все получается. Но данное видео показывает, что действительно человеческий мозг, воображение очень богато. Так что, дорогие мои друзья, давайте пользоваться нашим богатством и изобретать что-то новое, интересное. Так что до встречи, до следующего интересного клипа, надеюсь, что вам понравится. И будем искать что-то интересное, необычное. А вы не забывайте, подписывайтесь, жмите класс и комментарии. Про комментарии не забывайте. Пишите, нравится, не нравится, критикуйте. В общем, все. Мы вас ждем. Итак, до следующего видео. Всем пока.